Всем привет! Вы на канале Мистер и Принцесса. И вы знаете что? Вышла новая серия «Глиттерная». Это вторая серия, но только это глиттерная серия. Это глам-глиттер. Интересно, какие нам куколки попадутся? Редкие или простые? Ребята, вы помните предыдущее видео, когда мы открывали первую серию только глиттерную? У нас из коллекции попалось только 10 кукол. И теперь давайте откроем эти интересные шары. Мы сегодня будем открывать только 2 шара. Мы купили 12 шаров, и пока ждем видео, мы будем открывать только 2 шара. Я вам покажу, что здесь нарисовано. Здесь нарисован Angel, и здесь написано Unbox Me. И там только 12, и у нас 12 шаров. Так, открываем первый слой. Сказочка. И здесь у нас нарисована бомба плюс звездочки. И вот здесь написано «Глиттерная бомба». Открываем второй слой. И вот и наклеечки. Здесь только глиттерные смайлики. Куклу кому-то плеваться, менять свет, делать пипи и делать и плакать. И открываем третий слой. Интересно, какая там бутылочка. Думаю, самая красивенькая. О, а здесь у нас черный шар. Ого, я таких раньше не замечала. Первый кусочек. И вот и второй кусочек. И теперь наше платье. И так, третий пакетик. И теперь откроем наш черный шар. Итак, начнем открывать кулечек. Давайте откроем вот этот кулечек. Ого, посмотрите, какая здесь красивая шапочка, как Микки Маус. Открываем следующий пакетик. Посмотрите, какие здесь розовенькие шапошечки. Открываем следующий пакетик. И здесь у нас... Посмотрите, какая здесь бутылочка, как настоящая резина, когда ты трогаешь ее. И она очень такая мягкая. И теперь откроем вот этот пакетик. Я узнаю, кто там уже, потому что... Я уже знаю, кто там. Ну, посмотрите, какая платье красивое. Здесь такая розовенькая маечка с такой кофточкой. И такие шортики синенькие. Итак, я уже знаю, кто это будет, но не буду вам рассказывать. Зачем шапка? Это же уже лето. Очень странно. Так. О, такая миленькая. Посмотрите на ее волосы. Это не такие волосы глиттерные, а у нее такие серебряные. Давайте ее оденем поскорее. И, ребята, посмотрите, какая у меня красавица. Это моя первая кукла из этой новой серии. И мне нравится этот черный цвет. Давайте посмотрим, как ее же зовут. Ее зовут Бэрбиби. Бэрбиби. Привет, Бэрбиби. Как вам нравится она? Да, у тебя очень красивый наряд. И красивые глаза. И волосы. Главное, что здесь красиво, это волосы. Итак, давайте мы откроем второй шар. И здесь написано тоже Unbox.
открываем первый слой. И здесь какая у нас подсказочка? Ого! А здесь очень длинная подсказочка. Здесь лампочка, камера и девочка. Второй слой. И здесь вы знаете, что там уже. И здесь там у нас наклеечки. И у нас наклеечки снова глиттерные. Yep. О, у нас снова будет черный шар, потому что я вижу уже чуть-чуть черненькое. Открываем. Какой слой? Третий слой. Видите, я говорила же, у нас будет черный шар. Ложим этот пакетик сюда. И здесь у нас бутылки. И здесь у нас туфельки. Теперь открываем пятый слой. Вот наш пятый пакетик, то есть у нас третий пакетик. И давайте откроем этот черный шар. Вот я его открыла. Итак, давайте откроем наш первый пакетик. Ого, посмотрите, какая бутылочка. Я уже догадываюсь, кто это попадется. Ложим сюда. О, ей, это Котин Компьютер. Посмотрите, какие здесь туфельки красивые, синенькие. Тра-ля-ля-ля-ля. Я уже догадываюсь, потому что я вижу ее на коллекции. Подумайте, кто это? Я жду. Напишите комментарий, кто это, думаете. Прямо сейчас сделайте паузу и напишите комментарий. Открываю следующий пакетик. Посмотрите, какое платье. Оно такое же синенькое, как вот эта бутылочка. И кроссовочки. И открываем. О, вау, посмотрите, какой здесь ободочек для меня. Окей. И теперь мы открываем куколку. Открываем. Да. У нее такие волосы красивые. И такие перчатки, и такие колготочки. Это же Алиса в стране чудес. Ее зовут... Curious Cutie. Ее зовут Curious Cutie. И у нее питомец зайчик, как мультики Алисы в стране чудес. Вот я делаю мою куколку, она очень красивая. Снимем тебе твой прекрасный ободочек. И тебя, теперь ты будешь, и теперь ты попьешь водичку. И что ты делаешь? Ты пьешься. Как вкусная вода? Нет, не была вкусная. Хорошо. Ложим тебя сюда. Итак, теперь ты бэби. Снимаем твою шапочку. А у тебя эти белые глиттерные волосы. Воду, воду. И теперь мы будем ее поить. Мы тебя уже напоили. И что ты делаешь? И она делает пипи. Как тебе не везет? Вот эта куколка делает пипи. Давайте ее рычим. Вот это две мои первые куклы. Ее зовут Бэби Би. Ее зовут...
Кьюти. В следующем видео мы снова их откроем и посмотрим. Вдруг нам попадется ультраредкая. Вам понравились мои куклы? Напишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!